Добрый день, меня зовут Чернышова Софья, я из Нижнего Новгорода, и на данный момент я управляющий директор компании Тенториум. До прихода в Тенториум я была директором библиотеки. Ни для кого не секрет, что профессия библиотекаря, она очень благородная, но она крайне малооплачиваемая. Это был конец 90-х, я искала возможности, понимала, что вот можно свою жизнь изменить круто, потому что новая эпоха началась в нашей стране. И на счастье мне попалась на моем пути компания Тенториум. Она совпала со мной по всем параметрам. Это было то, что я люблю, то есть здоровый образ жизни, общение с людьми, просвещение людей, рассказывать им о том, как можно быть здоровым и счастливым, это было мое. Я просто сразу поняла, что жетон провалился, и я там, где должна быть. И эти 20 лет, которые я в компании вот буду скоро отмечать, просто пролетели как один миг. Хотя событий было море, было очень много интересных проектов, путешествий, форумов, я написала массу сценариев. Более того, я здесь настолько изменила свою жизнь, что в 50 лет я вышла замуж, причем я вышла замуж за любимого человека, и на сегодня я даже говорю женщинам, что в 50 жизнь только начинается, не в 40, как говорили раньше, а в 50. Позже мы всегда можем изменить свою жизнь в лучшую сторону. И вот все эти события произошли в моей жизни благодаря компании Тенториум, вот этой деятельности. Более того, я начала писать книги, и книги эти пользуются успехом. По мне, так Тенториум – это такой мир, где каждый человек может реализоваться в творчестве, заработать денег, изменить свою жизнь личную, вырастить здоровых, хороших, умных детей. То есть все это здесь возможно. И я очень счастлива, что я попала сюда и просто купаюсь вот в этих лучах удовольствия.